Всем привет, с вами Пират, мы продолжаем играть Dark Souls 2, и сейчас мы отправимся. Офигеть, как красиво. Эту бухту, безлюдная пристань. Окей. По мне уже стреляет, тут кто-то встает, падай назад. Так. Вау, собачка. Все падают вниз. Чё? Здесь. Что здесь? Да куда ты бьёшь? Блин. Иногда бывает такое, что он бьёт вообще непонятно куда. Почему? Зачем? Просто бьёт. Так, сундук, ой-ой-ой, зря его не проверил. Осколок титанита. Эй, ты чё? Почему, когда я его бью, ему ничего? Душа гордого рыцаря. Так, тут, как я понимаю, надо ходить с факелом, чтоб мы могли все себе освещать. Ну ладно, я буду ходить со щитом. Так, у меня нет самоцвета, у меня всего 3 бутылки. Ой, что-то твои мечи тебе не помогли очень сильно. Ау. Очередной доспех. Это все мне нужно продать. У меня столько хлама с этих ботов повыпадало. Зачем мне вообще это? Так, сколько тут призывалочек? Ой-ой-ой, кто-то встал. Так, еще идут. Сразу троих. Немножко подвосстановиться. Так, отлично. Темная смола. Это же хорошо. Чё это? Кто это? Что это было? Так. Что это такое? С факелом там стоит. Какой-то новый моб. На самом деле я таких не видел. А что у нас тут? Тут у нас ничего. Пустота. Я застрял. Это самый обычный моб, просто с факелом, да? И чё, он не дерётся? А, ладно, хотел драться. Лучше не надо. Лучше не надо. Так. Железная стрела. Хорошо. Какой же красивый вот этот корабль. Ещё, ещё убьёт. Собачка, хорошо, что-то подождала. Вау! Что-то много этих тут вообще толпами просто на тебя прут. Как это? Союзник впереди, но бедная душа. О, привет! What is it? I don't know you, and you do things are better that way. Normally, people keep a safe distance. I'm called Lucati, from the land of Mira to the far east. Across, they say Drang Lake brims with, and so I came to claim. But what a strange place. You are an odd one indeed. I've always made a, well, you've made a point of
I can see that you are mid-journey. If you require us, I come from Mira, a land of knights. Don't hesitate to call upon me. You are an odd one indeed. Well, you... Okay. I can see that you are mid-journey. If you require assistance, I will help you. I come from Mira. Человеческая фигурка. Три штуки. Один есть. Эй! Почему на него не работают мои атаки? Так, что у нас тут? Какое-то здание, тупик. Смотри внимательно, и тогда слава бесцельность. Замечательно. Тут ничего нету. Тут дверь какая-то никуда. Тут мы все собрали. Это лучше не трогать. А вдруг там что-то есть? Блин, у меня последнее. Это. Это было хорошо все сделано. Тут как ты вообще умер? Люди дохнут прям. Ну я тоже иногда дохну на такой фигне, что просто нет слов. Вау! Вот это моя ошибка. Зачем я ударил? Я мог же сделать перекат и выжить. Эй, чё ты бросаешься? Не надо. Кто это? Помощь. Эти штуки боятся факелов. Постой. Постой. У меня где-то должен быть факел. Или хотя бы... У меня нет разжигалки факела. Печально. Придется с ними драться, что ли? Ладно, возьму-ка я лук. Тупая система наводки. Хедшот. А, так они не такие уж и сильные. Рваный тканый капюшон. Ну они кровотечение прямо поставить. Палаш. А с них неплохо вещи падают. Так, еще один идет. Ладно, подождем. Можно даже пострелять. Отлично. Рваные тканые наручи. Так, а что еще у нас тут есть? Силовая волна и большая душа мертвеца. Так, мы еще сюда можем пойти. Ты кто? Ладно, я думал, это какой-то человек. Что там висит? А, это стрела попала. Так. Я могу в это факел поджечь? Я метка. О, чьи-то мечи стырчат. Ты чё, спустишься ко мне? Никому. Ладно. Так, я тут пропустил одно здание. Оу! Стрелы-то заканчиваются. Последняя стрела.
еще одну. Вы чё? Зачем вас столько? О, кто-то нарывается. Так, мне надо видеть, куда я бегу. Ты чё? Далеко вы так готовы со мной бежать? Всё? Надоело? Эй, 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 чё ты такое? Постой! Какое быстрое! Посмотри на него. Ой-ой, зря я геймпад звук упустил. Получай. Второе. Идет сюда. Все из-за наушников каких-то там. Так, я думаю, мне стоит подлечиться. Ой, у меня ж там есть один самоцветик. Мог его потратить. Ладно. Как дальше я буду? Вот сейчас реальная недостача всяких лечилок. Это не круто. Это совсем не круто. Может помочь колесо? Короче, печаль. Какое колесо? О чем они? Как ты умер? Понятно, его убил сундук. У нас тут серебряный талисман. Двуручный меч. О каком колесе идет речь? Я ничего не понимаю. Может помочь колесо? Колесо? Какое колесо? Что это за лампа, кстати? Что это вообще такое? Ага. Ладно, пойдем сюда. Посмотрим, что у нас здесь. Ой-ой-ой! Я и не заметил. Несусь тут. Так, корабль, плыви ко мне. Уже? Красиво-то как. Поплыл. Это одна из моих любимых локаций. Посмотрите, какая она красивая. Сейчас она еще красивее стала. Там вот цвет жизни и косточка возвращения. Как люди тут умирают? Не пойму. Страх впереди, так что может помочь. О, огненная стрела. Иди сюда. Какой же ты глупый. Иди сюда. Я тут. Ты чё, не помещаешь?
Надо что-то побольше взять в руки. Что у меня есть? Двуручный меч. Мне не хватит силы. О. Ты уже... Я рискую всем. Фух. Это было опасно. Мне сюда совсем не надо было идти, да? Окей, упал. Разбился. Не сдавайся. Падай. Мне лишний опыт не помешает, точнее душ. А я мог просто спрыгнуть. Это что такое? Это откуда пришло? Вернись туда, откуда пришло. Напугало меня. Так, тут у нас опасность, вау. Как будто чувствовал. Вот это прыгает. Оно упало вниз? Ну и хорошо. У меня жизни-то нету. Прыгает как бешеное. Что это такое? Чё? Лечиться вздумал? О! Стоять! Вот что я хотел сразу сделать. Ну ладно. Свет. Что тут есть еще? О, самоцветики. Снова мои сообщения оценили. Круто. Кольцо солдата короля. Неплохо. Давайте мы тоже это оценим. Человек старался, писал нам. Арометная ветвь былого. Так, мне надо копье, чтобы с этим справиться. Тыкнуть туда. Вот так вот. Метательные ножи и огненная бомбочка. Неплохо, неплохо. Увеличивает максимальную нагрузку. Но это нам пока не надо. У нас и так все неплохо с нагрузкой. Что тут у нас? Тут ничего такого нету. Так, ну тут мы все осмотрели, да? Тут чисто. Тут трупик какой-то. Тут еще у нас осталось это здание. Сундук. Огненная бомба. Это хорошо. Ничего еще у нас тут есть?
Доспехи, смотрите, красивые. Большой осколок титанита. Неплохо. Ты чё? Хватит танцевать. Живи уже. О! Ты меня напугал. Gavlan will, Gavlan deal. Gavlan wants soul. What you with Gavlan, you will. О, что у тебя есть? Увеличивает баланс, стрелы с ядом. А чё? Я возьму. Защита от яда, можно одну штучку взять. Неплохо. Так, и теперь ему можно попродавать шляпу охотника, кожаный доспех. Это нет. Это новое что-то. Вот эти штуковины ему можно все попродавать. Зачем они мне? Наручи полого солдата, поножи полого солдата. Не надо мне это. Только хлама с собой таскать. Это прикольные перчатки, оставлю. Это не очень прикольные. Так, ладно. Кольца продавать не будем. Тут тоже ничего продавать не будем. Оружие. Оружие. Луки вот. Ладно, один продадим. И такие вот щит пехотинца не надо. Все, больше ничего продавать не буду. Друг понадобится. Many deal, спасибо. Many thanks. Много сделок, и правда. Много сделок. Так, тут мы все. Это, я так понимаю, мы открыли срез. Смотри. Ауч. Как он меня контратаковал? Серьезно? What the fuck? Что это было? Просто подошли и убили. Придется идти другой тактикой. Так, летим Маджулу, покупаем самоцветы, чтобы лечиться, и убиваем всех мобов, потому что пробежать тут у меня не получается, меня всегда убивают. Я потерял уже все свои души, ну да ладно, их сниму, их можно набить, напомнить, но я не хочу уже умирать. Так. 20. Думаю, этого достаточно для этой локации. А то она пипец как уже достала. Начинаем все сначала. Так, ставим сюда. Вот так. Понеслась. Так, что у нас тут? Ты чё творишь? Еще бы чуть-чуть и все. Новое начало бы не удалось. О, это ломает? А-а-а! Ты чё? Надо есть. А ты откуда? Так. Эй-эй-эй-эй, нельзя. Мне можно, вам нельзя. Как он меня убил? Так. Вот это зря. Ай-яй-яй.
сам виноват я, что получил урон. Окей. О, мои сообщения еще раз оценили, замечательно. Так, никто сзади? А, и тут. Я думал, никто сзади не придет. Но нет. Понятно. Вау. О, посмотрите, как они лагают. Как они прикольно ходят. Ой-ой-ой. Прямо попали. Ай-яй. Вот зачем я полез? Уходим. Ладно. Меч. Что за меч? ЦЦ. Д. Он лучше моего, но на него надо 14 сил. В общем, сделаем себе на него 14 сил. И будет замечательно. Так, ты откуда тут? Себе сидят, их можно не трогать было. Это вообще офигенно. О, а тех можно не трогать, я надеюсь. Я их не понимаю. Да что там иногда? Да всегда их не понимаю. Что-то странное идет. Ух. А, тут не обязательно было так спускаться. Ладно, пойдем. Уже как положено. Так, сюда. Тут эта штуковина боится света. Окей, победили. Тут чисто. Тоже победили. А тут ничего нет. Тяжелые сапоги, а с них что-то вещи всякие разные прикольные сыплятся. Чистый самоцвет жизни. Чё-то человеческое самоцвет. Сидишь тут, значит, ждешь кого-то. Еще кто-то вылезет. Ну, вылазь. Или что? Так, ты кто? I see light. I am Carillion, and I've no interest. Нет способностей к магии. Да зачем мне твоя магия? Ага. Вот что это. Тут короткая дорога. Понятно. Ладно, возьмем.
падаем. Так, итак, мы пришли на этот корабль. Тут какой-то лучник у нас. Нету лучника. Ты попал? Готов? Оу. Вот эта громадина что тут делает? Да, немножко бьешь, ну это хорошо. Блин, как оно? Оно. Это. Или он. Не знаю кто. И чё тут, я зря его убивал, тут вообще ничего нет. С него даже ничего не выпало мне. Печалька. Так, тут у нас алибарда. Ничего нет. Как же прикольно тут. Что ж, и боссик. На финал, как всегда, остается босс. Так, что у нас? Половина меча. Я думаю, ее достаточно, чтобы победить. Надо силы больше укачать, чтобы можно было таскать этот меч. Че, неплохой урон. Сюда. Спешим. Вот это я не ожидал на самом деле. Третья атака есть. Скажи мне, на что ты способен? Сообщение от Сибири. Десант. Так, сейчас это мне довольно... Не надо на экране. Попал. Это было везение. Просто невероятное везение, как мне получилось оказаться перед ним. Дай мне ударить тебя. Сломается меч, конечно же. Еще третий.
как он достал. Снова достало как-то. Я вообще без понятия, как это работает. Один, два, три. И понеслась. Не надо. Душа гибкого часового получена. Так, замечательно. Так, тут у нас есть сундук. Что еще? Еще что-то может есть. Огненный шар, еще что-то я подобрал. Тут пустота. Следующую локацию. Так, отлично. Что у нас тут пишет? Лжец впереди. Там впереди ничего нет. Засада. Они спят. Он хотел похилиться. Их точно не понять. Так, тут у нас, смотрите, есть какая-то блестяшка. Сейчас ее заберем еще. Давайте все-таки похилимся, а то я не знаю, что нас впереди ожидать сейчас может. Здесь. Что здесь? Двуручный. О чем этот человек написал тут? И тут ничего нету. Ладно. Так, заберем саблю. Отлично. Порошок для починки и сабля. Она, кстати, очень красивая. Могу ее показать. Вот. А, это не та сабля, но все равно прикольная, да? Выглядит замечательно. Извиняюсь. Ну и открывать будете? Забытая крепость. И мы попали в ту же локацию, только с другой стороны. Постойте, там же где-то и должен быть костер. А, вот он. Что-то я его пропустил. Пойдем в Манжулу. Повысим уровень.
попробовать надеть, мне силушки не хватает. 14 сил она. Вот так. 45 уровень. Давайте наденем тут меч и посмотрим, что за меч. Ого. Прикольно. И бы еще щит подходящий. Вот так. Давайте сделаем себя человеком. Что-то не хочет ходить. Вот так. Можно потратить еще все эти души. То зачем они мне? Потом еще насобираю. И прокачать уровень. О, 10 тысяч. И это нам еще даст. Так неплохо, я думаю. 6. Отлично. Что ж, неплохо. Так вот выглядит наш персонаж. Какой-то варвар. Так, и чё? Давай еще уровень. Силу или ловкость? Сила или ловкость? Сила или ловкость? Силу мне надо качать. Так, подожди. Этот меч мне нравится. У него надо 6 ловкости и 14 этого. ЦЦ также 7-10. В принципе, с этим мечом можно качать и ловкость, и силу, неважно что. Он бонусов мало дает. Давайте еще немножко вот это и немножко вот это. Что за че? И вот это. Вот так качаем. 15 силы будет. Да, можем улучшить вас. Пользуюсь, я думаю, на этом мы завершим эту серию. С вами был Пират. Если понравилось, ставим лайки, подписываемся. Всем пока!